Депутат от нацобъединения резко выразился в адрес русскоговорящих, живущих в Латвии, назвав их оккупантами и сказав о том, что они должны покинуть Латвию. Такие высказывания от депутата парламента просто-напросто неприемлемы. Это не что иное, как разжигание межнациональной розни. Любое развитое современное общество подразумевает под собой толерантность, многонациональность и многокультурность, успех которого основан на взаимном уважении. И таким депутатам в нашем обществе не место. Гнев, злоба, ненависть – это все вчерашний день. Новое правительство должно быть сформировано без такого рода людей.